Каспийском дворце спорта имени Али Алиева стартовал чемпионат Дагестана по муай-тай среди мужчин. Около 600 спортсменов из разных городов и районов региона в 13 весовых категориях будут несколько дней проходить отборочные соревнования. Отбирается первый, второй номер на СКФ-ЮФО, который будет проходить также в этом зале в Каспийске. Это в феврале будет проходить. Тайский бокс или муай-тай – боевое искусство Таиланда. В современной вариации этого вида спорта можно наносить удары кулаками, голенями, локтями и коленями. Из-за этого его называют боем восьми конечностей. Это известный вид спорта, который проходит во всем мире. Это потому что на чемпионат мира больше 100 стран бывает соревнований. Основан, конечно, это как в Азии, где Таиланд, Камбоджа, там Бирма, основатели они, тайского бокса уже тысячелетиями этого вид спорта. Раньше, конечно, без перчаток боксировали, дрались, сейчас уже соревнования проводятся, уже любительский тайский бокс и муай-тай появился. Уже очень много лет ребята боксируют и показывают себя с лучшей стороны. Соревнования в Каспийске будут проходить 5 дней. Торжественное открытие чемпионата планируется провести в субботу, 13 января.